привет, с вами Эмили Панда и добро пожаловать на новое видео. В этом видео собралась вся серия историй, в которой я узнала страшную тайну своей семьи. А чтобы узнать, чем закончилась эта история, досмотри видео до конца. А если хочешь пообщаться, поиграть и записать видео вместе со мной, подписывайся на мой телеграм. Также теперь мои ролики выходят в ВК-видео, если тебе интересно, все ссылочки оставила в описании. Приятного просмотра! Эмили, ты вымыла посуду? Нет еще. Так почему ты сидишь? Почему мама Эвелину никогда не заставляет убирать? Эвелина никогда ничего не делает. Ставь лайк и подписывайся, пока ты сердечко не исчезло, если мама поступает нечестно. Эх, когда я была маленькая, и у нас еще не было Эвелины. Мама всегда была со мной. Мы вместе играли. Она готовила мою любимую еду. Я тогда была такой счастливой. У нас был котик, Барсик. Мы его очень любили. Мам, а куда делся Барсик, наш котик? Какой еще котик? Не было никакого котика. Я помню, он был. А помнишь, ты мне готовила пирог с малиной? Мой любимый. Какой еще пирог? Что ты придумываешь? Это было, я помню. Эмили начала задавать вопросы. Она испортит наш план. Она не должна узнать, что я ее не настоящая мама. Что? А где же моя настоящая мама? Ставь лайк и подписывайся, пока это сердечко не исчезло, если я должна узнать правду. Я знаю, кто мне все расскажет. Бабушка. Мама, я уезжаю к бабушке. Ура, Эмили наконец-то сваливает. Я скоро вернусь. Бабушка, привет! Внученька приехала! Бабушка, по телефону мама сказала, что она моя не настоящая мама. Это правда? Да, это правда. Что? Твоя настоящая мама пропала много лет назад. Мы не смогли ее найти, внученька. Поэтому сестра твоей мамы Марина взяла тебя к себе и воспитала как свою дочь. А Эвелина? Эвелина не родная твоя сестра, Эмили. Бабушка, я найду свою маму. Ставь лайк и подписывайся, если веришь, что у меня все получится. Семья, я приехала. И что, нам теперь танцевать от радости? Лучше не надо, ты ужасно танцуешь. Марина говорила о каком-то плане с кем-то по телефону. Нужно узнать с кем. Вот ее телефон. Она говорила с каким-то Павлом и его номер. Зачем тебе мой телефон? Я взяла его, чтобы сделать уроки. Отдай! Что же мне делать? Я не успела запомнить номер. Марина куда-то уходит. Я прослежу за ней. Наверное, это тот Павел, с которым она говорила. А что это у него в руках? Котик? Этот котик так похож на моего Барсика. Они заходят в дом. Я должна найти свою настоящую маму. И почему-то мне кажется, что Павел и Марина что-то скрывают. Ставь лайк и подписывайся, если тоже так думаешь. Мне нужно как-то пробраться в этот дом. Здесь пусто, никого нет. Дверь открыта. Какое жуткое место. Фух, они ушли. Котик! Что? Куда ты делся? А на чем это ты сидишь? Что это? Подвал? Ауч! Кто здесь? Почему вы в клетке? Эмили, это ты? Да. Это я, твоя мама. Неужели? Все это время я думала, что моя мама это Марина. Но бабушка рассказала мне правду. Да, доченька, Марина заперла меня здесь, чтобы украсть мою жизнь. Забрать у меня тебя, мой дом, мою работу. Она всегда хотела быть на моем месте. Мам, все закончилось. Я вытащу тебя отсюда. Ставь лайк и подписывайся, чтобы помочь нам выбраться. Найди ключи, доченька, они наверху. Где же они? В шкафу? Нет. В ящике? Пусто. В холодильнике? Что, серьезно? Кто вообще кладет ключи в холодильник? Мам, ты свободна. Я не могу поверить своим глазам. Скорее уходим отсюда. Попались! А я давно говорил Марине, что нужно расправиться с тобой, Эмили. И вот, ты сама попала в ловушку. Последнее слово, девочки. Не трогай мою внучку, разбойник! Бабушка! Мама! Павел! Стоять, женщина! Вы задержаны! Бабушка, ты спасла нас! Теперь наконец-то все будет хорошо! Вставай, Эмили! Что? Ты опоздаешь в школу! Я долго буду упрашивать тебя проснуться. Марина, почему ты здесь, а не в тюрьме? О какой тюрьме ты говоришь, Эмили? Быстро пошла в школу. Неужели это был сон? О нет, 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 я не могу в это поверить. А фото? Что? Бабушка, Марина моя настоящая мама? Конечно, внученька. Не может быть. Напиши, неужели это был сон или здесь что-то не так? Ставь лайк, если тоже хочешь узнать правду.